This is CNN Breaking News. Доброе утро, уважаемые граждане Российской Федерации. Это срочный выпуск новостей от империи Хаслхарда, сука. Падение продаж крека на прошлой неделе вызвало резкий рост цен на плюхи и сильную бомбежку у русских эмси. Следствием стало резкое потепление и приближающийся циклон. Со сводкой новостей выступит большой русский босс. Эйю, прогноз погоды представляет спонсор нашего тура Мирмистин и Дюрекс, а также лекарственный препарат против русского рэпа Имодиум. Ты знаешь, Питер, на пространство России надвигается мощный циклон в виде бабьих осадков и слез ебаных хейтеров. Блядь, ты заебала. Слез ебаных хейтеров. Первым циклон с Южного штата Америки ощутит мировой центр биржевой торговли Брянск 19 марта. На следующий день, 20 марта, мощным потоком слез жителей, что не смогли накопить на билет, циклон снесет крыши самого густонаселенного города Европы, Белгорода, блять. Из города с белым горячие потоки урагана ворвутся во все щели. Во все щели города, где был построен первый в мире Диснейленд. Воронеж, блядь. 22 марта. В Рязани, деревня, где изобрели интернет, циклон снесет крыши 23 числа. Затем в Саратове, городе, с которого срисовали Лас-Вегас, ураган пополнится очередными ручейками между ножей 24 марта. Город Оренбург, густо населенный казаками, красавчиками и их крузаками, попадет под действие циклона 26 марта. А центр поэзии русского рэпа Екатеринбург вкусит свежесть урагана 27-го. Город, в котором придумали такси на танке, Челябинск, ощутит порывы ветра и любви 29 марта. Блядь, ты заебала. Деревня под названием Омск, в которой производится Mercedes-Benz, получит бурю из Майами 30-го, а 31-го циклон настигнет родину белых медведей и Барака Обамы, Новосибирск. Братишка города Омск, ай да блядь! Братишка города Омск, Томск, будет дурачиться под ураганом 1 апреля. А 3-го циклон настигнет милый тропический город Барнаул. Следующие сутки ураган будет радовать центр серфинга, дайвинга и водных лыж Кемерово. Штаб-квартира Билла Гейтса в Красноярске затопит 6-го, а 11-го буря снесет завод Apple в Ярославле. 12 апреля циклон наконец накроет село Новгород, точнее его нижнюю часть. Ну и, наконец, закончится весь этот праздник хорошей погоды и веселья в городе из сладкого теста Казань. Гидрометцентр предупреждает, цыкунов нужно оставлять дома, однако самые отважные встретят его, этот ебаный циклон, как своего братишку ебать. Ты знаешь, Питер, Великая Империя, большой российский тур. Кто не придет, тот пидор. Помоги, Господь, у нас опять концерты. Король музыки, босс, львиное сердце. Собрался духом и выступил красиво. По всей России я рычу, по всей России. По всей России я рычу, по всей России. Рычу по всей России. Собрался духом и выступил красиво. По всей России я рычу, по всей России.